Парень, показавший надпись «Покупайте биткоин», уже заработал 15 тысяч долларов. Как сообщает CoinDesk, 12 июля во время выступления председателя Федеральной резервной комиссии Джанет Йеллен перед комитетом Конгресса, один из стоявших за ее спиной поднял надпись «Покупайте биткоин». Этого участника и его друга в конечном итоге попросили уйти, но картинка распространилась по сети со скоростью вируса. Вскоре после этого криптовалютный трейдер CryptoEtan опубликовал фото с этим парнем, как вскоре его прозвали «Парень с плакатом биткоин», на котором он держал уже известный блокнот, но с уже вписанным туда адресом биткоина. На момент написания статьи этот адрес собрал более 6 BTC, что составляет почти 15 тысяч долларов США по текущему курсу.